Anybody home? Товарищ! У-ху! Может, ты покажись для начала, а? Сложим оружие и спокойно сможем поговорить, а? У меня другие планы. Ну, здравствуй, Юрий Викторович. Ну, в принципе, я так и думал. Что ж так грубо беседу-то начинаем, почтальон? Что, ты и есть те люди, которых я не устраиваю, да? А нельзя ли весь список недовольных огласить? Почему нельзя? Можно? Серега Воробьев, Мишка Скрябин. Ну, дальше. А ты еще кого-то убил? Ты кто? Кто ты? Ну, кто ты такой? Ну, скажи! Просвети меня неграмотного! Я допускаю, что ты знал Серегу. Но я тебя не помню, не знаю вообще! Тебя Света наняла? Или вот эти братья по оружию? Ну, кто ты, твою мать, ну? А их сколько версий? А хочется узнать верную, да? Да, очень хочется. Поможешь навести резкость? Помогу. Так ты проверить не сможешь. Узнаешь? Юрец, а ты чё трубку-то не берешь? Фу ты, Серега. Ты меня так инфарктом прям сделаешь. Слышишь? Слышишь? Последний альбом. Что вытворяет, а? Как резкость? Наводится? Бред. Напрягает малек, да? Бред. Как можно стрелять в лучшего друга, а? Красиво. Красиво можно стрелять. Подожди. Давай. Теперь можно? Ага. Хрен тебе, а не рассказ, почтальончик. А ты когда видел последний раз документы развозу, а? В сейф? Все так подробно расписано. Как будто донос прокуратуру писал, а? Бред какой-то. У меня к тебе предложение. Я тебе документы. А ты чистосердечный. Ага. Сейчас. Ты что, мозги отморозил, почтальон? Юр, если менты начнут копать, они докопают до Развозова. А Развозов следы умеет заметать, да? Поэтому тебя найдут. День за МКАДом. С дыркой в башке. Логично? Логично. А я тебе предлагаю дело. Отсидишь 10 лет за убийство лучшего друга. И выйдешь живой. Или за МКАД. Выбирай. А ты умеешь убеждать? Продюсером работать не пробовал. Ну что, начнем? Давай. Сейчас, подожди. Нормально, да? Ну, давай. За что ты убил Воробьева? За что? Он дело мешал делать. Его все равно убили.
Не я, так кто-нибудь другой. Так парню еще повезло. Что? Это боксер? Ага. Куда же хочешь? Угу. Неожиданно. Ну что, хватит концерт. Давай, уже материала достаточно. Извини, Юрис, ничего личного. Ты кто такой вообще? Охрана. Какая охрана? Что происходит? Вас, кажется, предупредили. Сегодняшний дом сдан другим людям. И что? Слушай, и все. Про... Мужик, отвали их. Что? Я на работе. Человека охраняю. Ты мешаешь. Там в доме мои вещи. Нормально. Ваш виски. Благодарствую. Кто же тебя ведет-то, Юра? Видимо, твой ангел-хранитель покруче моего будет. А сиськи же просто так не случаются. Алло. Да, Слан, еду домой. Скоро буду. Пока. Но я все равно разрушу твою жизнь до основания. Спалю тебя дотла. Привет. О, у тебя новый имидж? Старался. Давно не виделись. Привет. Послушай, надо поговорить. А желание поговорить у тебя бывает только, когда ты весь в таком дерьме? Ну, ты знаешь мои проблемы и... Короче, мне нужна помощь. Юр, я могу быть разной по настроению. Но вот подушкой я никогда не была. Мне не надо плакаться. Ну, а что мешает поплакаться? Тем более, когда приезжала. Количество трупов у тебя на фирме. Плюс бизнес, который ты просрал. Мне сейчас реально нужна
помощь. У меня проблемы с жильем, с бабками, правда. У тебя есть квартира, я могу в ней пожить. Что ты хочешь от меня сейчас услышать? Несколько хороших, обнадеживающих слов. Да легко. Отвали от меня. Целых 3 обнадеживающих слова. 3 достаточно? Более чем. Ладно, давай пока. Забери. Как дела, Валь? Все хорошо. Я не хочу, чтобы ты его убивал. Я не сомневаюсь в том, что ты мне сказал. Но за этим возмездием последует наказание. Наказание тебе, Валя. С него хватит. Дальше пусть разбирается правосудие. Костя. Прости, если я... Ну что, Юрий Викторович, поздравляю. Прекрасное место, отличный отель. Что еще нужно, чтобы достойно провести ночь? Ну, третий тост за любовь. Добрый вечер. Добрый. Стоит одна место номер. У вас все хорошо? У меня все хорошо. Подскользнулся. Так сколько стоит? Мужчина, ну вы бы сначала поинтересовались, есть ли у нас свободные номера. Хорошо, интересуюсь. Есть. Одноместный, 600 рублей. Будьте любезны. Номер 7. Что, 13-го нет? А вот 13-й занят. Странно. Клиент не в духе. Ну, это дело поправимое. Наше здоровье. Лучшего друга, а? Бред какой-то. Кто же ты, почтальон? Кто же ты? Ну,
Тебе пора. Удачи. Добрый вечер. Вам компания для отдыха не нужна? У вас проблемы? Слушай, тебе-то что? Просто спросила. Просто спросила. Тебе разве не насрать, в каком настроении клиент, лишь бы платили? Ну, зря вот так. Ой, слышь, ты скажи, что еще до субботник способна. Иногда могу себе позволить. Да? Угу. А ты у нас кто? Кто ты? Добрая фея? А может, ты... Ты Скрябин. Точно, Скрябин. Не поняла. Ну как же, Воробьева я сегодня видел, по всей идее, должен быть Скрябин, да, Михаил Петрович? Тоже назад отправили, а? А чего бабы? Мужики кончились. У тебя все нормально? Да у меня все охрененно, Михаил Петрович, а ты как, а? А почему Михаил Петрович? А мне так удобнее. Тут скучает. Один в ноль. Да, тут кровать, да, спальная, да. Слушай, подожди, подожди. А как ты думаешь, тебя вот за эти твои дела куда отправят, в ад или в рай? Нет, извини, ничего личного, я просто тут маленький соцопрос провожу. Мне кажется, мне надо идти. Не-не-не, тихо-тихо, подожди. Ты права, ну, вдвоем не так скучно. И потом с тобой больше вероятности, что я крышей не тронусь, да? Поищи себе собеседника в другом месте. Да вот, подожди, собеседник, ты меня как меньше всего волнуешь. Давай, отработаешь по профилю, раздевайся. Давай, слышишь? Слушай, дядя, я вижу, ты сильно не в духе. Давай я просто пойду. Слушай, давай на место работать давай. Пусти! Стоять! Я сейчас заору! Да, ты попробуй. Наташа, что случилось? Козел! Наташа! Повезло тебе сегодня, Мазуров. Видимо, у этих там наверху на тебя какие-то планы, раз они уже и Светиными руками тебя спасают. Нехилый парадокс. А может, это не тебя, Юра, а меня спасают? Может, девушка эта небесная так старается мою душу сберечь? А Светлячок права, и ты еще расплатишься. Любопытно. Что мы имеем? Возможно, Мазуров попытается мстить Свете. Получается, я сам же ситуацию усугубил. Молодец. Как бы я ни пытался защитить Свету, становится только хуже. Выходит, я с самого начала где-то промахнулся. Что-то сделал не так, и дальше оно покатилось, как снежный ком. И за какую ниточку теперь не дерни, узел только крепче затягивается. Ты это долго... Юра. Что за здрасте среди ночи? Открыла, даже не спросила, кто. На тебя это не похоже. Ну, твое лицо я еще не забыла. У тебя раньше квартирка попроще была. Ты тоже раньше выглядел попрезентабельней. Что, жизнь побила? Или конкуренты? Веселый комментарий. Может, я все-таки войду? Или держать мужа на пороге – это нормально? Бывшего мужа. Ну, сходи. Это тебе. Спасибо. Да, я смотрю, ты так реально апгрейдилась. Ты не рассчитывал на экскурсию по квартире, поэтому проходи на кухню. И на том спасибо. Вот ты.
Давай. К цели визита. Не вставай завтра рано. Представляешь, соскучился. Последний раз я это лет 12 назад слышала. Раз перед тем, как ты стал успешным бизнесменом, ты выписал мне пинка под зад. 12 лет. Как быстро летит время. И не говори. Я смотрю, ты не бедствуешь. Не твоими молитвами. Так, я не претендую. Ну что, замуж вышла? Не вижу смысла. Ну да, ну да. Ну мужик-то есть? Да? Буратино какой-нибудь, небось, а? Богатый. Помогает одинокой женщине обустраивать быт за дополнительную плату тепла и ласки. Вы здесь по выходным поракаетесь, нет? Мазуров. Кто-нибудь осмотрю и думаю, тебя сразу выгнать. И все-таки, учитывая твой побитый интерфейс, напоить тебя чаем. Предпочитаю второй вариант. И если можно, елек. Чуть-чуть виски. Нет. Виски на сегодня хватит. Поэтому чай. И не из гостеприимства, а из жалости. Джейсон. Что такое? Свет, ты все в порядке? Точка, что случилось? А? Очень тянет меня за живота. Давай я принесу. Не надо, не трогай меня, пожалуйста. Давай скоро. Позвони лучше Ларе Пастуховой, пусть она приедет. Она знает, что делать. У меня уже было так. Ага, хорошо. А какой телефон? Смотри у меня в мобильном. В общем, вот такие дела, Юлёк. Негде жить. Не верю я тебе, Мазуров. Впрочем, как и не верю, версию соскучился. Ну, со вторым ты права. А вот с первым это, к сожалению, правда. Квартиру я вынужден был продать, а загородный дом сгорел. Вообще-то я сейчас должна радоваться. Но ты больше вызываешь жалость. Ну так приюти бомжа. Мастер, такого человека, как ты, не может быть сразу столько проблем. Ты жизнь на 5 ходов вперед просчитал. А вариант просчитался. Ты не рассматриваешь? Я вообще не хочу рассматривать твои варианты. Мне своих хватает. А ты... Столько ты судеб погубил. Нет, я сейчас не о себе говорю. Просто многих обидел и много жизней поломал. Это все равно, что убийство. Жизнь, она меняет людей. Конечно. Меняет. Только мертвые мстят за себя.
Чай у меня кончился. Ларис, ну как она? Да нормально. Но ей нужно личное сохранение. Что, серьезно? А когда беременность была несерьезной. Да, я понимаю. Валентин, навряд ли мой подробный рассказ поможет вам, и тем более Свете. Я своих рекомендаций не меняю. Конечно. Ну что, подруга, надо поменять прописку. Ляжешь ко мне в клинику, затаишься и будем ждать. Чего ждать? Ну чего-чего. У моря погоды. Родов, конечно, и в моем присутствии. Так надо. Ладно, может... Будешь выпендриваться, эвакуирую принудительно. Понимаешь? Слава, может, действительно так лучше? Ну, вот золотые слова, правильно человек говорит. У меня освобождается палата завтра, так что милости прошу. Спасибо, Тилар. А сейчас давай спать. Давай, 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 давай. Спасибо. Хорошо. Пока. Спасибо, Светлана. Да не за что. Что нам теперь делать? Ну что делать? Вы теперь самый ответственный человек. Вы должны заботиться о Свете, а она должна родить без проблем. Спасибо вам. Давайте я вас отвезу. Нет, нет, я сама доеду. Спасибо. Всего доброго. Ну давайте. Не сразу узнала. Ну, я сам себя в последнее время не узнаю. Ой. Может, вам помочь? Ну, дальше. Иди работай. Занимайся своими делами. Иди, так, иди. Доброе утро. Доброе утро. Как себя чувствуешь? Прекрасно. Ну, серьезно? Нет, я действительно себя чувствую намного лучше вас. Спасибо. Так. Я знаешь, что подумал? Может, ты мне сейчас напишешь списочек, что еще нужно для больницы? Ну, сейчас бегаю, все куплю. Варь, я тебя хотела попросить кое о чем. Угу. Я хотела бы съездить к Сергею на кладбище. Ты можешь меня отвезти? Ну, может, это не сегодня? Я хочу поехать к нему на кладбище. Конечно, отвезу. Спасибо.
Спасибо. Добрый день, Валентин Владимирович. Приветствую вас. Меня дождите? Мимо проезжал. Как ваш отпуск продолжается? Ничего, спасибо. Еще несколько дней, и все, в бой. Ой, простите, не подержите, это у меня шнурок развязался. А мы могли бы с вами сегодня встретиться? Сегодня не получится. Причина, надеюсь, уважительная? Более чем. Готовлю Светлану Геннадьевну в больницу. Ложимся на сохранение. О, ну это святое. А завтра как? Вот что случилось? Какие-то новые обстоятельства? Можно и так сказать. Хорошо. Завтра обязательно заскочу. Отлично. Мы будем вас ждать. Хорошо. Здравствуйте, Светлана Геннадьевна. Здрасте. Спасибо. Ну, и до свидания. Спокойно, Сергей Леонидович. Главное, спокойно. Даже не знаю, как на это реагировать. По обе стороны земной поверхности, хорошо сказал. Валя. Можно я немного побуду здесь одна? Да, конечно, я. А ведь весь абсурд, Светлячок, в том, что ты просишь уйти именно того, с кем хотела бы побыть наедине. Ну, давай, Серега, еще и цветы себе положи. Еще отпечаточки принес. Пробьешь? Не-не-не, только не сегодня. У нас база зависла, компьютерчики возятся. И потом, я сегодня столько для тебя уже сделал, не рассчитаешься. Давай еще вспомним, сколько ты мне должен. Не надо, ты больше. Да? Юра, ну это наглость. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. А что это вы, Максим, на звонки не отвечаете? Пропустил, наверное. Да? А сбрасывал их, наверное, автоответчик, да? Первич, мы с вами договорились. Я в ваши игры больше не играю. С тобой, паренек. Если ты сам с собой о чем-то договорился, это еще ничего не значит. И потом, есть такие игры, из которых выходят только по завершению. Я не понимаю, о чем вы. Все ты прекрасно понимаешь. Хорошо, даже если я все прекрасно понимаю, то я просто тупо не хочу ни в чем участвовать. И вообще, не вынуждайте обращаться меня в полицию. Ты что сейчас как забыл? Ты что сейчас брякнул, а? Ты сам врубился, нет? Ты уже замазан, паренек. Это во-первых. А во-вторых... А во-вторых, то, что тебе потребуется, это говно вопрос. Сделаешь, и все, вали на все четыре стороны. Если я откажусь. Слышь, ты, карьерист недоделанный. Ты своим упоминанием о полиции уже подписал договор со мной. Какой договор? Временный договор. Если ты его не выполнишь,
то твоя карьера закончится где-то далеко на кладбище под редкий вой немногочисленных друзей. Вы угрожаете мне, да? Нет, ну что ты. Я просто тебя предупреждаю. В меню у тебя два блюда. Или-или. Компота не будет. Так что, если ты понял, иди за мной. А нет, я лично пришлю венок твоим родственникам. Здрасте. Добрый день. По поводу памятника с вами? Да, пожалуйста, проходите. Вот, на 4-й странице. А? А кому памятник? Хорошему человеку. Хорошему на 5-й странице. Здесь? Да? Ну что, определились? Ну, вот этот, он черный. Можно. Ну, вопрос в цене и во времени. Со временем проблем нет. А сколько он? 40. Меня устраивает. Но это без портрета. Портрет не нужен. Просто надпись. Воробьев. Сергей Леонидович, 78-й, 2014-й. Все? А внизу ничего не будем подписывать? А что обычно пишут? Ну, обычно от жены, от детей. От тебя. Простите, как? Шутка. Угу. Ну что ж, оформим заказ. А на выходе? На выходе. Твое заветное кресло. Так? Воды еще принесите. Ведь у него на первом месте личная жизнь, а не карьера. Так что никакого криминала, Максим. Допустим. Но ей-то как это все объяснить? Не надо ничего объяснять. Она наверняка знает о наличии соперницы. Просто не знает, где и как с ней встретиться. Вот ты эту встречу организуешь. Делов-то. Что же я ей скажу? Скажешь, что у нее есть последний шанс вернуть свое счастье. Ну, а смысл? Слушай, Максим, ты достал своими тупыми вопросами. Какой тебе смысл нужен? Все-таки исполнители чаще тупые, чем талантливые. Она все равно его не вернет. Да. Грубо создатель обработал твой мозг. Не вернет. Но настроение парочки испортит, причем серьезно. Алло, человек! Я полчаса назад воды просил. Что, так трудно принести? Родственник, что ли? Типа того. Мы его хоронили. Крутой мужик был, да? Да. Ой, 36 лет. Молодой еще, жить да жить. Я вот думаю, вот стоило из-за этого ночами не спать, рисковать, чтобы в пекле оказаться. А почему в пекле? Ну как почему? Что, Библию не читал, что ли? Ну, допустим, читал. Ну, значит, заповедь, помнишь, не укради. Как можно в нашей стране разбогатеть, не воруя, не обманывая? А? Так это бизнес, там свои правила. Да какой там бизнес, какие там правила? Там взятку дал, там отжал, там отсудил, там подсидел. И куда он после этого попадет, скажи? Куда? Куда? Туда. Я вот даже иногда думаю, знаешь что, вот вернулся бы оттуда, ну, с того света, кто-то, и сказал бы, ребят, живите по совести, а? Потому что для плохих там просто амба. Амба. Вот тогда бы хвосты-то и прижали. Да? А ты как думаешь, мил человек? Да все правильно. Надо по совести жить. Вот. Видишь, вот, умный человек. Пойдем? Thank you.
Не зря в детстве после обиды на родителей хотелось умереть, а потом посмотреть, как они будут плакать на твоих похоронах. Кстати, хорошо бы заехать к Маргарите Степановне. Валь, а памятник нужно через год ставить? Ну да, где-то через год. А почему? Земля должна усадку дать. А ты мне поможешь? Ну, конечно, помогу. Что за вопрос? Как жаль уходить и оставлять ее одну. Лара звонит. Алло. Да, Ларис. Хорошо. Да нет, говори, я запомню. Поняла. А сколько упаковок? Хорошо. Пока. Валь, нам нужно в аптеку. Угу. Слушай, давай я тебя завезу домой. Ты пока собирайся, а я быстренько смотаюсь в аптеку. Угу. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. А почему вы не хотите подняться? Давайте присядем, я объясню. Не против. Я вас слушаю. Вера, я хотел бы поговорить с вами насчет Валентина. Насчет Валентина? А что случилось? Ну, вы сами частично знаете, что случилось. Я не понимаю, о чем вы говорите. Он же вас бросил. Никто меня не бросал. Перестаньте, Вера. Весь офис знает, что у него появилась другая женщина. Я не хочу об этом говорить. Вера, ну что вам, мне интересно узнать, кто она. Нет желания ей в глаза посмотреть. Какой у вас к этому интерес? Давайте сядем, я объясню. Присаживайтесь. Видите ли, я представляю, как бы это выразиться, вторую пострадавшую сторону. Как это? Я объясню. Давайте начнем по порядку. Речь пойдет о женщине, которая беременна. Не волнуйтесь, Вера, это не ребенок Валентина. Тогда Валентин здесь при чем? Просто у вашей соперницы элементарная блажь. Понимаете, она осталась одна, и ей сейчас как бы все равно, кто будет рядом, лишь бы был бы. Ну, что я могу сделать? Просто вот моему одному знакомому, ему абсолютно не все равно. По большому счету, понимаете, его место нагло заняли. Вам вроде тоже не все равно. В жизни ведь не так много шансов удачно найти свою вторую половину. Что вы от меня хотите? Понимаете, возможно, соперница о ваших взаимоотношениях с Валентином, она просто не проинформирована. Если бы она все знала... И вы хотите, чтобы я ее проинформировала? Верно понимаете. А почему не вы? Почему не ваш друг? Вера, понимаете, есть еще такое понятие, как... эффективность. В вашем абсолютном варианте она была бы максимальна. У вас есть ее адрес? Только овсяная. Годится. И еще одна новость. В день убийства Скрябина у Славы Полякова был отгул. Он ездил к маме на дачу. Соседи подтверждают. Тогда получается, что стрелял не Поляков. Может, у них этот карабин в коллективном пользовании? У кого у них? Ну, у тех, кто стрелял на поляне. Да. Видел я, конечно, похожие почерки, но чтоб так. Да что ты там видел, студент? Такого до нас с тобой вообще никто никогда не видел. Ну, какого такого? Просто ведь обычное совпадение, да? Пока ты вчера свою свидетельницу окучивал, в интересах дела, разумеется, я дождался результатов графологической экспертизы. Вот. Я что-то ничего разобрать не могу.
А почерк графолога не обязан быть разборчивым. Короче, эти почерки не просто похожи. Они принадлежат одному и тому же человеку. Ну, такого же не... Паша, прежде всего это факт, а потом уже не может быть. Договорились? Ладно, допустим, это принадлежит одному человеку, но кому? Воробьеву или Харькову? Да. Это действительно хороший вопрос. Sitting on the top of the world, you can't remember how it was before. You think it's nothing,